Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы будем готовить оладьи с фруктами. Для приготовления понадобится 1 яйцо, пол чайной ложки соли, 1 чайная ложка соды, 1 столовая ложка сахара, стакан кефира, мука и фрукты. У меня это яблоко и слива. В миску разбиваем 1 яйцо. Добавляем соль, соду, сахар, размешиваем, добавляем стакан кефира. Все хорошенько взбиваем. Теперь постепенно добавляем муку, так чтобы у нас получилось тесто, как густая сметана. Вот такой густоты теста у меня получилось. Это обычное тесто для оладьев. Но сейчас мы в него добавим фрукты. Яблочко очистим от кожицы, натрем на терке. И сливу натрем на терке. И добавим сюда в тесто. Все это хорошенько перемешаем. И можно будет жарить оладьи. Вот такое симпатичное тесто получилось. Сковородку нужно хорошенько разогреть и добавить в нее растительное масло. Теперь аккуратненько будем выкладывать оладушки. Обычной столовой ложкой. Можете делать маленькие, можете покрупнее, как вам больше нравится. Жарить будем на среднем огне. Сейчас немножко убавим огонек, чтобы они у нас прожарились как следует. Теперь нужно аккуратненько перевернуть на другую сторону. Серединка обычно жарится быстрее, поэтому начнем с серединки. Вот такие румяные они получились. Немножко темноватые, это не из-за того, что они пережарились, а от фруктов. Фрукты дают немножко такой цвет. Но я думаю, это будет очень вкусно. Сейчас будем пробовать. А вторая партия получилась еще лучше. Они получились более пышные, потому что тесто немножко постояло. Пышненькие, аппетитные. Вкусно получилось. Невозможно прям. Если слышно, как я хрумчу здесь. И ничего добавлять к ним уже не надо. Они и так вкусные. Никакой сметаны, ничего больше. Замечательно. Приготовьте и не пожалеете. Приятного вам аппетита!